What about the shoes? Is it the shoes? The shoe is not the shoes? Shoes, 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 shoes. It's gotta be the shoes. Боже, сколько раз мы с вами уже слышали данный рекламный слоган. Да даже в своих роликах я использовал его не единожды. Но сегодня будет еще один пример, который указывает на то, что в этом действительно что-то есть. Что самое забавное, игроки NBA – суеверные люди, которые верят в подобное. Привет, ребята! Предлагаю вам перенестись на несколько дней назад. Сейчас 13 июня. Идет пресс-конференция, состоявшаяся перед пятым матчем финальной серии. Тогда Стефу Карри, да, я уверен, вы догадались, что речь сегодня пойдет именно о нем. Так вот тогда журналисты задали ему немало вопросов, один из которых зацепил меня особенно сильно. В этих пурпурных шузах у тебя статистика 3 победы и 0 поражений. Тебе это о чем-то говорит? Собираешься ли ты их надевать снова? Я даже и не знал этого. Спасибо, что заметил. У нас имеется немало других расцветок, так что посмотрим. Но теперь и я задумался об этом. Речь идет о Карри 4 Флотера от Карри бренда. Если кто не знал, это собственный бренд суперзвездного воина, являющийся дочерним компанией Under Armour. Сами же кроссовки — это переиздание одноименной ранней модели Стефа из основной линейки. Не стану сейчас подробно углубляться в характеристики этих шузов. Кому интересно, кликайте вот на эту всплывашку. Совсем недавно рассказывал о них в своем ролике на канале. Самое забавное, что следом на пятый матч финальной серии Стеф надевает именно эти кроссы, именно в этой расцветке. Правда, в первой половине матча он начал с другой расцветки той же самой модели. Но когда понял, что у него не полетело из-за дуги, после большого перерыва решил переобуться в проверенную временем пурпурную версию четверок. Я уверен, вы помните, что в пятом матче, выстрелив 0 из 9, Стеф показал, пожалуй, худшую свою статистику из-за дуги, если не в карьере, то уж точно в постсезонке, ну и само собой в финалах тоже. И тем не менее матч остался за воинами. И несмотря на все эти промахи на присухе, Карри был невероятно счастлив. Но впереди еще как минимум один поединок, который просто необходимо забирать. Ведь только самый ленивый не говорил о том, что ни в коем случае нельзя доводить серию до 7 матча. Ах да, на данный момент статистика сиреневых Карри 4 Флотера составила уже 4-0. Ну это я так, чтобы просто напомнить. Вообще, по ходу этого плей-офф в данных сиреневых четверках Стеф демонстрировал какую-то просто невероятную статистику. 6-й матч случился на днях. Чем он закончился, вы прекрасно знаете. Уверен, вы, как и я, также еще не успели от него толком отойти. Слезы Стефа, которые тот даже не пытался сдерживать. Поздравления от родственников. Радостные обнимашки с одноклубниками. Долгожданная и на 100% заслуженная награда MVP. Торжественная речь, чемпионское фото, брызги шампусика в раздевалке. Уверен, этот день он не забудет никогда. Ах да, кроссовки. На его ногах были все те же сиреневые четверки Флотера. В них Звездный воин так и не претерпел ни одного поражения в 5 матчах постсезонки, 3 из которых на минуточку произошли непосредственно в финале. Вот и рассуждайте потом о совпадениях. Subscribe, motherfucker.